квест на кристаллы, по-моему, сейчас. А то я смотрю, с рулетки падает говно, это расширение, блядь, память, хуйня какая-то. Да. Сейчас, как-то он... Как он назывался? Дополнить... А, нет, я сбросил, походу, его. Ну да. Вот получается, короче, что? Вот Важная начало, да? утка, слава богу. Важная утка какая-то, да? Вот какой-то квест. А ты где? Ты тут? Тэва Сейчас, пати, что ли? Давай. Вот, получается, беру квест и какую-то хуйню надо делать. Какую хуйню, я хуй знает. Я где-то Ну книжку вот, у видел. тебя карту открывай, у тебя отмечено, где каждая книжка. Пошли внутрь сюда. Вот она тут, вот она. И вот смотри. А там пианист говорил порядок, какой потом там, типа, викторина будет небольшая. Подожди, подожди, а что, читать сейчас или хуй забить? Или Ну, уже если ты забить? делаешь первый раз, типа, да сейчас у Лёхи спросим просто, какой порядок там нажимания, каких ответов. Короче, не Так, читать, да? да нет, нет, нахуй надо. Так, а потом где-то я видел книжку в этом... Да иди сюда, вот, у тебя ты одну подобрал, у тебя на карте-то открывай, у тебя отмечается, где Да-да-да, я следующая. вижу, я где-то это, у кулинарку делал, там где-то видел книжку эту ебучую. Вот где-то тут, вот она. По-моему, на втором. Вот-вот она стоит. А, да. Красная. Вот. А теперь чё, где? Вон там Тут где-то. есть квест, блядь, забей. Тут нечего сложного. Где-то, по-моему, в алхимии. По-моему. Да, вот. Снизу. Не, ну вот эта тактика вообще заебись, прям, я Я чувствую, вообще изначально зайдет. хотел, чтобы захуяривать вообще всех 10, блядь. И типа стараться еще и босса бить. Тут, по-моему, на второй, да. Вон она. Еще надо будет как-то мне присту сделать, это знаешь, в горожане в обычке вот это говно, чтобы охоту делать. Ну, открыть типа охоту. Здесь не открыта охота. Ну, на присте, сука, еще не открыто. Лоу. Так, теперь сдавать, да? Вот, пройдите проверку. Что за проверка? Вот и начал. Ну, тут диалог у него открывается. Блять, и что делать? Кто я? Утка ученый, блять. Утка. Кто он, ученый? Ой, а я нажал, и у меня провалено. Ебать. А кто он? Кто он? Ученый? Кто, блядь? Нет, не ученый, я нажал неправильно. Странник, может? Хуй его знает. Ну знает, да, написано же нажал. Под его ником странник нажимать. Так, дальше. Мы ответственны за големов. Слышь, погоди, у меня квест провалился. А, надо отменить. Типа, а как по... Еще раз книги эти бегать или чё? Нет, чисто сначала проверку. Так, какое второе правило лаборатория Ола, блядь? Некромантия. Так, первое неправильно. Сука. Короче, кидаю ролл, короче. Сейчас, где он? Короче, третье нажимаю. Сука, провалено. Значит, второе, да? Так, дальше. Что такое абсорбиция? А как взять? Абсорбиция. Отменить? Ну, отмени у тебя, да. Так, ну-ка. Так, там чё идет? Типа, странник, я не главный. Странник, не главный. Так, чё это? Абсорбция. Так, это... давай, короче, я поглощение. Жму один. Второе. Нет-нет-нет, второе. Блять! Сука. Второе правильно, короче. Ну, абсорбция, абсорб, поглощение. Так, разрушила Горгронд. Что это такое? Ну, давай третью. Давай. О, проверка пройдена, заебись.
Третья, да? Да. Так, кристалл. Жерло Там вулкана. кристалл, да. Теперь А где полетели. вулкан? Да там, короче, в ледяной короне, блядь. Сейчас, подожди. Тут же наотмечено все. Как он называется, этот квест, блядь? Подборос новые лизнивший кристалл, кристалл, еще какой-то порош. Ну, короче, А, ледяную. короче, ёбаный в рот кратер Унгарона, нахуй. Пойдем сначала, стой, не лети. Пойдем сразу в Тонарис. Нам Унгарон? пиздовать, я их... А это Да, пещера ебать. времени, наверное, не? Ну да. Через пещеры. Тут в этом, в аметистовой есть портал. Ебани не Ну, на я себя туда метку иду. какую-то. Чтобы я, блядь, если что, смотрел. Ща. Какую-нибудь звезду там. И на меня тоже, чтобы тоже не потерялся. Блядь, будет гайд, нахуй. Сейчас как в YouTube запишу, блядь. Гайд, как сделать третий спек на Сирусе, нахуй. Сука, а тут же летать нельзя. Да, попиздили хули. Анахронос красный, блядь. Да, нам бы на эту тему пару урок, я вот так думаю, Фроста. ДКшника, Фростамага, блядь. Кто там еще? Ретрик, нахуй. А не, у Ретрика Т5 там залупа. Это надо в Т10, чтобы переебашить. Кот. Блядь, главное, чтобы мы, короче, успевали быстро их заливать и не уперлись в берсу. Тогда будет заебись. Но по идее, по таймингам, это то же самое, что мы, блядь, контролим, обсираемся, там бегаем, паникуем. Ловим фиры, Да, блядь. проще, проще, проще будет людям. По сути, то же самое по таймингам. Но Даже, может быть, все быстрее. равно я думаю из того, что вот из вероятности, да, из-за того, что упадет, допустим, туда сколько там? 5 перьев, допустим, первых упадет, следующие 5, типа, на ту платформу, где хилы там стоят, допустим, одно улетит, и 4 сюда. Из этих 4, один хуй 3 надо законтролливать. То есть, Ну да. потому что Только если... главное, когда не проебаться и отпустить их сразу потом. То есть, когда Да. появятся следующие мобы, чтобы мы не парились насчет тех оставшихся в контроле. То есть, два зашли, блядь. В идеале, конечно, лучше сначала три, чтобы зашли, а потом два. То есть, чтобы не было просадок каких-то ебанутых на перебежках. Ну, хз, там как Леха придумает лучше, не знаю. Но я думаю, лучше три запускать сначала. Я Просто думаю, два если... заходят, стан, блядь, прохилили, чтобы на третий стак, а возможно, и спадет. Видишь, То есть почему думаю, похуй. что два? Потому что хилы, вот где танка стоят, кого-то хилит, там опасно, блядь. Да, ну да, опасно. Так будет Ну, просто типа, можно по-любому, короче. просто одному вихрь дать, типа, дается два бана, один вихрь и пиздец. То есть два зашли, вихрь, блядь, прошел, один зашел потом, когда как раз спали стаки, блядь. То есть даже можно так сделать, дать троим пойти, но одного стопнуть вихрем, и пиздец. Вот, а остаются в банах, и потом также два заходят. Чтобы тупо не было Ну, третьего короче, стака. понятно, просто нужно рейд увидеть, именно вот хороший, который, блядь, и настрой, все на убийство, блядь. А не вот это, у там, ебать. Типа, блядь, хули, это хуйня бесполезная, там заебут, блядь. Да ну, я сам охуел, когда что-то глянул, ебать, 1,6. Так это ж, блядь. Вообще хуйня, ну. Это вообще где? Это прилично, конечно, но не для реалиев Т5, блядь. Т5 там Да ебать. вообще, забей это, блядь. Если свичнуться грамотно, это 5 секунд. 5-7 секунд. А потом просто будет рейд уже заранее знать, что как делать. Сука. А Подхилиться мне надо. похуй, я панда. Сейчас погоди, блядь, как-то подхилиться надо. Стой, подхиль меня, сейчас подбеги. Мишку превратился в кота. А чё ты какой спек делаешь? Я просто сделаю, чтобы он был
Либо я, возможно, просто для Т5 и для Т4 там кое-что переделаю, чтобы, ну, профита больше было. Мне ДДшный спек пока не нужен. У меня нету, блядь, Т4, нахуй. Мне надо два куска, чтобы ДД спек сделать. Короче, сову. Я думаю, что вот спек кота как бы не для меня, потому что мне больше танчить нравится. Ну и друг как бы тоже я умею. Плюс опять же в рейдах тогда надо будет. Да ну, сова полезнее кота в рейде, блядь. Типа, учитывая, что сколько медведей у нас, кот, по сути, нам нахуй не нужен. Блядь, где тут подняться, сука? Где-то есть тут заход. А, во-во-во-во-во. Так, тут, по идее, на самый верх надо. Блядь, я не помню, где тут. А, ну тут оббегать надо, там с другой стороны подниматься. Кто-то там пиздец, он же слышит. Что за Сука. хуйня? А вон дорога. Где-то тут, наверное. Нет? Да ебутся коты нахуй. Как подняться, блядь? Вон, может, впереди можно. Блять. Сука, два дурака Да нахуй. ну, да вообще, что за дичь, блять? Блять, я помню, я делал тут даже какие-то квесты, нахуй. Как-то подниматься тут можно. Блять, он меня еще ошеломление ебанул и с маунта скинул, ты прикинь. Блять, сейчас О, я найду, прыгнул нахуй. верхнего, нихуя. Ну, тебе-то, блядь, изи, нахуй. Да Ну вот, по по-любому идее, тут по лут. лаве, на. По лаве, может? Вот, да, по лаве, ёбаный в рот, нахуй. Как все просто, блядь. Тут Ах ты, сука. пешкодрапом. В обход, Блядь. наверное, вот тут. Нет, тут можно вот прыжками, по идее. А, нет, Вот тут хуйня. заебись, вот тут заебись. Их тут два лежит. А чё надо сколько? А их дохуя тут. Ну вот, концентрация, блядь. Изонирующий, забираем. Ты взял? Да. А чё, в следующий где? Сейчас. Кратер Унгаро. Долоранский кратер в Альтеракских горах. Это, короче, блядь, через подгород. Где понял, это предгорье Так, там, так, блядь. так. Ну Альтеракский где город. кратер, блядь, кратер этот ёбаный Вижу, вижу, Долоранский. вижу. Так, чё, И подгород, да? Через Серебряный Бор там будет. я думал, проще сначала в ЛК слетать. Да. Да, У тебя потому что есть? оттуда будет. Да, камень есть. Потом назад в Долоран, блядь. И, ну, на флайн можно в Долоран вернуться. Да, потом подгород. Очень интересно, блядь, хули, хоть, сука, вот в натуре. Сейчас бы сидеть на циркуле и задротить ЛК босса. Блядь, собей, не вспоминаю просто Сука, в и все. натуре. Это прошлый век, нахуй. Так, куда мы летим? Не, ну, блядь, так-то Сирус молодцы в этом плане, конечно. Много нытья тут в плане баланса, блядь, но все Да равно, похуй им рано за или баланс. поздно, рано или... Ну, у них, видишь, в чем прикол? В чем фишка? Они могут этот Т5 переделывать как хотят, нахуй, и делать, что хотят с ним. То есть, блядь, это универсальная хуйня. То есть, и можно даже Т6 не выпускать. Тупо апать, апать Т5. И там, ну, что-то надоело, люди захотели нового, блядь. Вот готовится переработка там этого. Блядь, это заебись, на самом деле. Так. Нам, короче, в середину ЛК лететь. Да, эти, блядь, не пахальный тухлопуст, нахуй. Ну, такое, На котором... такое санье, блядь. Хотели убить и обосрались. На котором тупо слизни появляются, блядь. Да бред вообще, ну.
И споры дают сало. Ебать, инновации Сколково. Не, ну, блядь, тоже, в принципе, для стандартного ЛК это тоже хоть что-то. Ну, блядь, если сравнивать с Сирусом, это Где оно, мы бы... интересно, на вершине или где будет? Да, на вершине. Я тут, помню, ебланил, думаю, блядь, что квест не делается, а я, короче, в рейде был. Тут типы Вот какие-то что. стоят. А, нет. Пропал. Так, ну у меня есть еще камень в рукаве. Что за камень? Ну, у меня же астральный камень. А, ну я полечу тогда. Ну и все, потом надо будет наделать спеков на ДКшника Нхоли танка, Навара Фурика третий спек. На приста ДЦшника. Хочу что-то приобрести. Два ШП-ха успеха, приста. что ли? Ну, ШП-ха приста. А, хэ приобрести. Да. Так, подгород, да? Блять, а нахуй я на лифтах поехал, если мне нужна полетка? Ёбаный в рот. Меня еще падение открыто, блядь. Не, у меня вроде открыто, я ж качал с шаманом. Я-то нихуя не качал. Я качал только вара. А может и открыто, потому что, типа, когда старт берешь, наверное, открыто все. Да хуй наны, блядь. Все, посмотрю. Я ж трансфер делал. Приста. И нихуя там нету. Так, где там полетка, блядь? Полетка ебучая, вон она. Не открыта, зелененькая. Сука. Че ты полетишь? Хилс, брат, ну. Все, я, блядь, поеду тогда. Я схожу по супок. И честь.
Я тут. Короче, плыву в форме тюленя и задаюсь вопросом, интересно, стакуется ли эта хуйня с наговским скоростью, говном? Не знаю. Вроде как быстро плыву, блин, заебись. Быстрее, чем на маунте даже еду. Хотя сотка вроде. Ну, тюлень 50 и наговская сколько? Сейчас глянем. Быстрое плавание, нихуя, 150 аж. Ну попробуй просто сравни, блядь, типа поплыви без тюленя и включи тюленя. Ну вот выключил. Это такая же скорость, хуй знает. Ну значит, как, которая больше модификатор, тот и используется. Наверное, ему похуй на эту, на форму. Так, а чё отсюда я зайду сюда, в кратер? Вот вроде видно там какие-то развалины. Вон видно. Ну, ебать, получается, ты быстрее меня. Ну, у тебя камень-то на КД. У меня 7 минут еще астралка. Изи. Так, а что, прыгать сюда или что, блядь? Получается, да там можно спуститься. Это по уступам. Вроде как. Тут тропинки есть. Даже. Ну, мне похуй, я панда, ебать. Ну, ебать от этих кристаллов. Блять, а так-то 6 минут еще курить стоять. Хули стоять-то, надо идти, бежать. Куда бежать-то, блять? Полетку открывать, хули. Подхиль. А где полетка там, блять? А, вон она. Побежали что-то полетки. Ну стой, погоди, погоди. Блять, отвязался. Во, я пока покурю. Блять, или сделать лема, я не знаю. Че, вторая фаза понравилась? Вообще заебись. Да, блядь, по идее вообще изи должно быть. Вот прям изи, изи. Ну, блядь, 1,5 ляма у мобов, это пиздец. Я думал, там ляма 3, думал. Я тоже, но не обращали внимания просто. Хорошо пизданули такую хуйню сумасшедшую, да? Сейчас видишь, так убивать начнем. Не, просто факт в том, что этот, что тут будет урон лететь только от перьев. Ну, тут главное от перьев убегать надо будет, и ну, все. Ну, блядь, на второй фазе не убежать от перьев, это я хуй его знает. Ну, найдутся, кто не убежит. Единственное, это если на перебежках можно словить фир и, типа, подкаст. Ну, тут просто проблема в фире будет. Если мы сливаем с фиром, моба, то, блядь, проблем вообще никаких не остается. Хилить хилам нечего, кроме танков. Потому что, ну, типа, ады будут сливаться. То есть, грубо говоря, вот когда мы начнем бить второго, да, и будет вот этих 10 адов, которые сольются, да, мы начнем бить второго, появится еще 5 лучших. То есть, 5 лучших одни, потом 5 лучших вторые. И вот урон первый на второй фазе по рейду пройдет. Когда мы сольем 5 адов, двоих законтролят мобов. И 3 или 2 моба дойдут в босса. Вот это тогда мы уже обсуждали, как, типа, знаешь, вторая, ну, вторые 5 мобов, типа, дается 2 бана, 3 идут, сова дает 1 вихрь, чтобы стопнуть. Типа, 2 заходят, стаки спадают, третий заходит, чтобы хилов на дальнем рейнже не убило, они там не просели. Ну да. Вот так.
Но по поводу трэша, блядь, даже 7 дамагеров сольют от этих 5 ебучих мобов. Да, конечно, там и Лем даст, если еще Корни, Фросмак, Нову, они, блядь, не, вообще не дойдут ни при каких обстоятельствах. Плюс точечные станы, типа, которые, ну, самым передним. Откидывание совы по-любому должно быть, на всякий случай. Да, Ну да. там надо их звать Но быстро только просто. так, чтобы, блядь, они не в бок летели, а в стенку назад. А то вот как Сова вышло... Просто сова должна стоять под мелким. Ну да, да. То есть это надо, чтобы был, допустим, или Гена, или кислых, которые сообразят, что она нихуя не сообразит. Да, нужно умных людей. А так, что думаешь, в 5 хилов бить? Ну, я думаю, что и 5 получится. 2 там на дальнем и 3 тут на рейде. Ну да. Ну, мы выиграем просто плюс одного дамагера на второй фазе. Так, а первую фазу мы не будем, да? Будем контролить. Ну да. Ну да, там же 5 хилов. Зачем? По-любому контролить. Быстрее его переведем, потому что будет плюс 5, плюс 1 дамагер. Ну Ну, да. Блять, первую фазу мы, думаю, переживем. Но просто другой вопрос. Будем ли мы усилки в хп закидывать? Я вот тоже думаю. Можно, типа, усилки, но пить ДД фласки. Ну, блядь, типа... Мне кажется, лучше, нет, чтобы был сапрот. Сапрот топ. Да, я тоже думаю. Да, лучше сапрот и оставить усилки в ДД, я думаю, лучше так. Ну да, но либо... тут опять же, типа, если этот. Если были бы усилки в ХП и сапрот, то даже если кто-то заслакал бы на луже. Если бы кто-то заслакал на луже, то, блядь, все равно, типа. Даже бы его не убило. Ну, предлагаю, если кто-то умрет, первый трай, вот он пусть идет себе и закидывает усилки в хп. И гп еще сверху. Вот кто именно, блядь, умирает, сука, на перьях, на второй фазе? На второй фазе, блядь, там просто надо, чтобы все в одном таргете бегали. Если все будут бегать в одном таргете, проблем не будет. И тут еще прикол в том, что смотри, типа у нас 5 мобов на дальней херне появляется. Одного воид сразу может притянуть. Ну. Вот, а там остается 4 моба. С 4 мобов надо 2 забанить и все. Ну да. И как-то подзамедлить тех двух. Там по-любому замедлится. От элемов. Вот эта хуйня, она да, там, блядь, на весь экран. Там на весь да, экран эта хуйня. Мобы замедлятся все. Вы учитываете, что мобы замедлятся все. Да. Полностью. И на дальней, и на ближней. Только на дальней не надо сливать, а на ближней надо 5 штук слить. Типа ну, 5 штук намного быстрее сольются, чем 10. Еще надо это... Мы сейчас 10 сливали. Вот. Ну а да. 5 не намного быстрее да, сольются. Конечно, конечно, быстрее. Просто они под таким диким замедлением, что они, грубо говоря, практически на месте стоят. Даже милики, свичнувшиеся туда, или РДД, им не придется их ловить на ходу, там где-то продамаживать. И практически будут стоять на месте. И у нас урона на второй фазе вообще. Вот, я вот думаю, может по белой стае. Может они им тоже мобов 5 заливали, блядь. Да нет, там вроде по видео не было такого по я второй тоже, фазе. Ну, я тоже по видео этого не видел. Но просто понимаешь, у них мало урона по рейду зашло. Ну. Клык и Синдрагосы задонатили, сука, все на. Да нет, просто они там грамотно взрывали. Я смотрел, они взрывали хорошо. То есть у них получалось, что у них, блядь, там, да, один раз был, у них зашло там 3 или 4 моба. 5. Даже 5. Там ним 5 зашло. Ну, видимо, они этот момент видели и ну, дали куба какие-то выше, вы нахуй. Там прожимки, да, были же. 5 спокойно куба все выживается. А паладины просто если... на дальних платформах задефались и все. Там если паладин, прокатит... да. Если реально прокатит с этой хуйней, то это будет изи вторая фаза. Ну, типа, Вообще. смотри, чего можно на второй фазе сдохнуть? Да это уже понятно, то что только, блядь, перья. И пиздец. Только перья и взрыв мобов. То есть взрыва моба не будет, будут только перья. То есть, единственное, что ты можешь там сдохнуть, это от перья.
Все. Ну, блядь, либо какой-то ДДС, дебаф на агро, блядь, и танк прослакает и не заберет, его отпиздит. Надо Только в этом учитывать случае. еще, знаешь, какой нюанс? Что, блядь, дебафы, которые развешиваются по рейду от мелких, это хуево, потому что там может попасть так, что у кого-то будет уменьшен урон от этого ебучего дебафа. Поэтому надо всем дамагерам будет свечиться в адов, а не конкретно там пару человек. Ну да. Все свичнулись в это, а потом пошли бить сразу мелко. То есть вот так будет надо делать. Типа свичнулись, побили. Свичнулись, побили. И эти лужи надо ложить на этот, ну типа, на максимальном рендже, чтобы было больше времени, если что, Ну да, свичиться то есть вот как подошел в радиус каста, так и стоишь к мелкому. и сову поставить возле самого мелкого на всякий случай, чтобы если, блядь, видит, что заходит там три, допустим, и больше, чтобы просто оттолкнуло их. Там просто надо будет свечиться очень хорошо по аду. Сейчас надо Что-то... будет... Не, ну по Надо... идее, даже с, ну, как минимум, смотри, вот мы начнем 5 заливать, если будут доходить там 2-3, то есть они уже будут лоу-хпшные, и то есть уже какие-то будут мертвые. Я думаю, там даже не нужен это откидывание. Там просто банально стан можно дать и нову, и все. Учитывая, под каким они замедлом. Что-то в два То есть раньше, даже нет? какая-то 1 секунда стопа, типа там даже откидывание не нужно будет, я думаю. Ну, если будут хорошо свечиться, опять же, вовремя, и не слакать с Просто этим. что ты сдавал квест, нет? Да не, я стоял, ебланил. Я сдал, Все короче, сдал. тут следующее что-то границы дозволенного, что за хуйня? Ну, блядь, не знаю, я сейчас сам только вот буду сдавать первый Ну, раз. на гранд говорит. На грант. Шугун. На горе на этой ебаной. Найдите питающий элемент шугуна на гранде. Ну, блядь. На, это Подходит. просто найти. Залететь в пещеру и тыкнуть кнопочку по одной. Вон на гранд. Ну, го. Короче, бежал как? С подгор... Ну, в подгород прилетел. И пошел к порталу выжженной земли. Портуюсь. И там маленький стоит. Да давай пиздить меня, блядь. Ну там сюда алики стоят. Я Так, такое куда? ощущение, что им нехуй заняться. Ну, нету чем заняться, они там постоянно тусят. И постоянно бьет. Я паладином портуюсь. Они меня начинают бить, я просто слэш-плевок. Этот бабл, ступни, блядь, и все, и похуй. Это красно-шипешники что-то, да, бежал тоже в око лететь, и там какой-то рога, короче, меня ёбнул. Я психанул, спекнулся в ПВП нахуй. И потом его фармил, блядь. Он тупо не резался. 2 раза сдох и все, блядь. Я там минут 30 тупил. Так жопа горела с него. Ну, Бля, видишь, бесит такие твой уроды. дракон быстрее, И главное, знаешь, он видит то, что я фул ПВЕ, блядь. И он скрывается, нахуй. Как увидел, что я в ПВП, он даже не резался, блядь. Дело. Такие вот эти крысёныши, блядь, там бегают. Пятой каты, ну, убивает бомжей. блядь. На первой фазе надо кормить определенно мобов. Потому что ДПС типа дохуя нужно. Ну, типа не то, что ДПС дохуя нужно. ДПС и так хватит. Вот, но типа оно намного проще. А на второй, ну, потому что 10 адов слить от босса на первой фазе дохуя, типа, времени не надо там. Можно где-то и босса отвести, грубо говоря, да, то есть, в плане. А на второй фазе, типа, его нельзя водить. Поэтому и на первой фазе хуёво делать так, чтобы все лужи были в одном месте. Ну да. Потому что, ну, типа, много места и... Ну, блядь, если кто-то волоёбит... Блин, в принципе, да, то мы можем так же делать и на первой фазе. Есть куча миликов, вот у них лужи, грубо говоря, там, и, блядь... Ну, милики будут отбегать в РДД, потом вместе перебегать просто.
Но это хуйня, потому что теряется ДПС. Да, очень теряется. Вот, ну, блядь, типа, на второй фазе других вариантов нету. Где тут вход, сука? Если мы хотим пройти вторую фазу, то надо хотя бы 5 адов сливать постоянно. Потому что у нас, блядь, все дохнут банально от того, что мобы взрываются. Если мы мобов сразу вот так фростнова, допустим, да, там, замедление, блядь, 5 адов быстро слили, там 1,5 ляма ебучих, то есть это вообще панк. За 15 секунд всем рейдом, всеми дамагерами 16 дд за, блядь, 1,5 ляма снести, но это бред, это вообще хуйня, то есть это реально пару секунд вообще. Ты взял эту хуйню? Нет. Ебать, а чё, она быстро резается? Может, с другой стороны есть. То есть Есть, банально. да. Афлик, кто там, блядь. Демон, да, то есть может неплохо залить АОЕшку. Ханты. Ну ханты, блядь, соло-таргет хуяри, да? То у них же нет АОЕшки. Ну да. Ну ловушки, ну, ловушки есть какие-то спеки. Только ловушка чисто. Ну они могут сразу туда ловушку кинуть, блядь, как еще лужи лежат. Могут тоже завешать, если знают, как играть. Ну, блядь, хантом не пауешь. Ханты будут босса стоять туннелить. Там не свичнешься в любом случае. То есть есть те классы, которые соло-таргетные, а типа они будут босса бить. Вот типа хантов. Они вообще не могут свичнуть. Так что такое себе на самом деле. Но опять же, для этого посилю РСХН, Холи Пал. Лол. Нихуя себе, юный исследователь. Че, вы РБК проходили или нет? Сейчас вот этот мы только сдавать летим. Мы с Награнда летим только назад. Бля, а че там камень в КД? Нет. Бля, че, 8 минут. Ва, у меня сколько уже? А, тут 55, там на присте под сотку этих кристаллов, блин. Что-то этот портал в остров и потом до Варан. Да, да, я знаю. Да я просто полетел, блядь, непонятно как. Меня циклоном сдуло в сторону. Устранение помех Механар. Вот пошло. Угу. А о, тут можно еще. все три да. Квеста. Да. Ботаника, Катрац. Вот все, блядь, надо регать. Надо регать. Леха, идем? Да, да. Только пойду покурю, схожу и. Да, я тоже пойду схожу, покурю.